Зеленая тропинка на закате до реки. Там забавная картинка, рыбу ловят мужики. Расставляют дружно сети и беседуют всерьез. Написали в интернете, что нашли русалий хвост. Говорили без умолку, как русалочку поймать, отвезти на барахолку и повыгодней продать. Рюмку выпили другую, и уже серьезный спор, кто русалку молодую понесет к себе во двор. Я разделась за кустами, русы косы расплела, а потом пред мужиками из глубоких вод всплыла. А на берегу не в шутку отпустили кулаки. Только за одну минутку онемели мужики. Ты открыли в изумлении и упомянули мать, но уже на удивление не хотят меня поймать. Побросали свои сети и пустились на утек, позабыв об интернете, мчались к дому кто как мог. Я им вслед кричу: постойте, как же светлая мечта. Плачу вам неустойку, а в ответ лишь тишина. Хохотала, как шальная, будет что им вспоминать. Угодила всем ногая, не русалка, ее ее мать.